You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow, I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. I'm сейчас перепугаешь животных. А Владика машина не нужна. Ой, как красиво! О, ничего себе! Ой, дедушка, какой подарок сделал! О, ничего себе! Ой, нет, подарок. Как радио. О, ничего себе. Все еще спят, а я делаю им пиццу. Здравствуйте! После каникул мы с семьей себе устроили каникулы, мы приглашаем вас к себе в гости. У нас были такие каникулы, бескамерные, бесфотоаппаратные, вплоть до того, что когда в понедельник сотрудники опеки написали, что нужно скинуть фотографии, как провели мы эти праздничные выходные каникулы все, то мы даже забеспокоились. Ну, у нас и так достаточно мероприятий, которые мы делали, что можно было скинуть. И нам сказали, хватит, я еще могла скидывать и скидывать, что мы именно чем-то занимались с детьми. Но мы проводили, даже сегодня Иван камеру искал, говорит, камера, потому что не брали ни разу в руки. Такой был отдых. И я сейчас готовлю кисло-сладкое мясо. Я его год назад готовила. Это мой авторский рецепт. Когда-то меня ему научили, но лично я его ни у кого не ела. Даже те, кто брали у меня рецепты, хотя они все делились, что они делали это мясо. И что я сейчас делаю? У меня здесь 3,5 килограмма свинины. Я делаю срезку сразу. Поставила собачкам варить. Я думаю, 3600 с копейками у меня было свинины. Я думаю, что я грамм 500-600 срезки-то наделала собачкам. То есть я все сальце убираю. Это наша свининка, нежненькая, мягенькая. Мы, кстати, в субботу будем опять чушечку убирать. В планах уже у меня есть еще набирать. Но думаю, сейчас вот этот месяц пройдет. И надо будет взять. Морозы что? Да, чтоб себе. Такие морозы-то у нас-то, конечно, морозы. В общем, что я готовлю для этого мяса? Я тот, кто не пробовал и любит мясо, любит, чтобы была кукуруза и любит, чтобы был лук, готовьте. Я прям советую, рекомендую. Недавно к нам приезжали в гости друзья, и я готовила это мясо. И я видела, как они поскромничали спросить, но видела, с каким удивлением разглядывали эту тарелку. И всегда вижу реакцию людей, которые первый раз кушают это мясо. То есть хвалят, очень вкусно. Я в описании, опять год назад я оставляла, я оставлю рецепт на 1 килограмм мяса. А вы там, если делаете полкило, может быть, на маленькую семью, так высчитывайте сами. Ну, обычно я вообще делаю на глаз. Это сегодня взвесила просто, чтобы знать, сколько у меня мяса. И кукурузы у меня здесь. Кукуруза строго по рецепту, а лука немножко меньше все-таки делаю для детей. Но не поэтому, ну, как бы не убавляйте лук, он не чувствуется. Его прям один к одному можно добавлять, лук. Ну, боитесь, добавьте 500 грамм на килограмм. Ну, а вообще-то
Добавляйте лука много. Он утушивается, еще он в сахаре потом такой становится. В общем, у меня уже греется сковорода. Сейчас я ставлю. Вообще-то, если мяса немного, 20 минут хорошо обжарить тоненькие кусочки соломки мяска, то этого будет достаточно. Ну, у меня мяско побольше, поэтому будет дольше делаться. Мяско я уже выкладываю на маслице в свою здоровую сковороду. 3 килограмма мяса в ней даже незаметно в этой сковороде, как будто бы и нету ничего. Пусть оно пока жарится, чтобы дало... Сейчас оно даст немножко сок, сок испарится, и я его буду обжаривать. Пока у меня выпаривалось мясо, то есть выпарилась вся водичка, ушло на это примерно минут 10-12, ну а то и даже 15, мяса много, поэтому сочненькое мясо было. И вот сейчас-то я буду его солить. Солим по вкусу, кому как нравится. Я посолю так, как кушает наша семья. То есть уже как на глаз, да? Солим на глаз и начинаем его обжаривать. Сейчас мяско немножечко обжаривается. И будем добавлять лук. В моей 9-литровой кастрюле в сковороде даже не видно 3 килограмма мяса. Пока я прибиралась, собачкам поставила кушать, варить. У них сегодня мясная срезка с рожками, с овощами будет. Они сегодня будут с мясной срезкой. Я когда мяско обрезаю, всегда им. Хотя у них достаточно каждый раз. В большой семье всегда какая-то срезка есть. Где шкурка, где еще что-то. С рожками сегодня им сварим. Иван меня поправил, лук резала, видать, плакала, подтер мне глаз. Как у нас еще дела? Вот сейчас посмотрела комментарии, сидела, пока лук жарил, убралась, а здесь все поставила и посмотрела комментарии. Времени, в принципе, особо некогда, но сейчас нашла. И опять 2 дня назад комментарий, почему у вас так часто болеют дети? Я уже по-разному отвечала на этот вопрос. Попробую новый вариант. Во-первых, нас много. И у меня не лежит один ребенок постоянно в больнице. И у детей хронические заболевания есть. И я хочу вылечить их. Очень хочу, потому что это мои детки. Я хочу, чтобы они были здоровые. Ульяна лежала в больнице. Обследование проводили. И опять ее готовлю. Вообще надо раз в год. Но я хотела бы на лето перейти, чтобы вот от школы ее сильно не отвлекать. Последние годы. Валера до этого лежал в больнице. Тоже обследовался. Много лет у него был небольшой диагноз. Когда мы с Валерой, Валера у нас появился, у него уже был. И я хотела узнать причину. Костя астматик. Косте вообще каждые 3 месяца надо находиться в стационаре. Пока маленький. Мы часто стали Костю класть в больницу. Часто лежит. И я вижу, эту зиму он лучше переживает, правда же? У него нету задыханий таких. Поэтому я опять завтра пойду с Анютой. Анюта сегодня заболела. Вчера у Анюты была температура 38, сегодня 38,8. Завтра пойдем, сейчас чуть-чуть полегчает. Лежит ребенок у меня, все остальные дети. В школе все болеют. Вчера была в музыкальной школе, преподаватели все болеют. Наша преподаватель по специальности очень больна, звонила по телефону. Ребенок приехал, заболел. Не знаю, почему дети лежат в больнице очень часто. Нас много. В принципе, и все, и больше никто не лежит. Снежанка, у нее там свои проблемы, тоже на обследовании лежала. Поэтому, ну как, я не знаю. Так, смотрите, мяско поджарилось, сильно я его зажаривать не буду. Я его уже по вкусу посолила. Теперь я беру наш лук и добавляю к мясу.
Лука кладите много. Хорошо, когда лука много, вкусно получается. Сейчас тоже водичка выпарится, поджариваться будет. Добавим сахар. Сахар идет на 1 килограмм мяса 2 столовые ложки. Я все напишу в описании. Кто не будет досматривать или еще что-то, а мясо хочет узнать, в описании заглядывайте. Все. Тушится. Мяско уже готовое. Оно 15 минут точно. Вот оно протушилось в своей жидкости, испарилось. И теперь вот поджаривается. Потом, ну, в общем, я ответила на вопрос. Сейчас вот эти сверху поменяли название. И раньше я четко видела, кто мне пишет. А теперь нет, когда вот в колокольчике еще я вижу. А если в колокольчике, представьте, я же тоже под многих людей подписана, и мне от них приходит информация, и комментарии убегают просто. И я не вижу, кто мне пишет. Некоторые подписываются, вот Раиса Васильевна всегда подписывается, Курск всегда подписывается, Москва всегда подписывается, Ландыш, Татарстан пишет, я знаю, что это она. Наталья Козлова, я ее тоже знаю, что это она. Многих вижу. А так вот поменяли вот эти ники, и сейчас не поймешь. Мне не очень нравится, я пока привыкнуть не могу. Пока лука, смотрите, кажется очень много. Не расстраивайтесь, оно сейчас все, а потом оно еще в сахарочке такое. Вот такое вот станет. Вот вкусное-вкусное. Еще не один человек, кому я делала это мясо за больше 20 лет моей жизни. Я хоть год назад и говорила, что примерно 20 лет. Нет, это было до моего мужа еще, а мы с мужем уже 21 год живем. Больше 20 лет назад я часто готовлю это мясо. Раньше вообще часто. Сейчас то ли забываю, то ли блюд разных много готовлю. Раньше только его, а сейчас разное. Поэтому никто ни разу не сказал, что ему не понравилось это блюдо. Так, еще готовим Готовлю эссенцию. Эссенция. Буду ее разводить в водичке. У кого есть 9% уксус, тоже очень хорошо. Но у меня что-то 9% мало, а яблочный. Я не хочу яблочным, поэтому примерно столовую ложку я сюда сейчас налью. А как пробую, кисленько, чтобы было. Да? Все, я уберу ее подальше сейчас. Все, разбавила ложку 70% эссенции уксусной в водичке. Ну, примерно вот полстаканчика набрала. Я буду сбрызгивать, заливать прям буду. Мяса много. Приготовила сахар. У меня здесь 6 столовых ложек. У меня 3 килограмма мяса. Так. Лук мы не зажариваем до такого зажаристого состояния. Да? Мяско у меня чуть-чуть там поджарилось. Где-то сальца попадалось, поэтому... Уже, в принципе, почти готово блюдо. Сейчас лук до готовности доводим. Так. Беру сахар. И прям все свои 6 столовых ложек сюда высыпаю. И перемешиваю.
называется кисло-сладкое мясо. То есть я посолила сначала, потом посахарила. И сейчас в конце еще покислю. А еще кукуруза, она будет тоже сладковатость давать свою. Дети все каникулы болели, каникулы не ходили к английскому, к репетитору, приехали от нее. Большую шоколадку принесли, она их любит, она им подарки дарит часто. Они тоже ей делают подарки. Она даже, мы заказывали 2 учебника у нее по 1000 рублей один. Мы сначала купили учебники, а потом вторые понадобились. Такие специальные для занятий. И один она нам даже подарила. Ой, какой. Вот смотрите, лук начинает, такой он прозрачный становится. Становится прозрачненький такой. И как карамелизуется, да? Выговорить-то сразу правильное слово. Во. Тоже вот сейчас минут 5 я его вот потушу с сахаром. Это все дни на завтрак, то кашки, то что-то. Сегодня приготовила детям рожки с сосисками. Тоже хорошо покушали. С утра такой хороший аппетит. Молодцы. Аня-то у меня еще не кушала. Сейчас надо ее. Но я ее пою. Набираю ей. То сладкую водичку делала. То с травкой она выпила. То с медом выпила. Ну, сладкое есть. Так, ну вот. Все. Достаточно. Теперь я беру сюда кукуруза, у меня 3 банки. Беру весь этот, сначала кукурузу. Тоже ее сюда. Она сейчас так пропаривается. Во какое блюдо! И свой уксус. Раньше я прям вот так сбрызгивала. Ну, а потом поняла, что вот, нормально вот это вот. Посмотрим. Все. На 3 килограмма я взяла ложку эссенции мяса. Разбавила в водичке, сделала кисленькой. Все. Сейчас протушивается, и блюдо готово. Очень-очень. Оно необычно сладкое, кисленькое, в меру соленое. И очень такое, что охота взять эту сковородочку и уединиться. 9-литровую. Я сейчас камеру выключу, так и сделаю. Все. Мое блюдо готово. Пусть оно ждет детей. У детей сегодня будет пюрешечка. Уже готова картошечка. Сейчас поставлю варить. И кисло-сладкое мясо. Делайте тоже кисло-сладкое мясо. Не пожалеете. Ну, конечно, если личное предпочтение, не едите свинину, не едите лук, кукуруза вам не нужна, там, тогда не делайте. А если вы это делаете, но не понимаете, как это можно совместить, совмещайте, очень вкусно.
До скорой встречи. Спасибо, что заходили к нам и были с нами.